Технология блокчейн, как основа криптоиндустрии, предоставляет самые широкие возможности, так считают в Банке Англии. На предстоящей встрече Большой Двадцатки Великобритания собирается участвовать в рассмотрении вопроса применения цифровых валют и интеграции их в формальную финансовую систему. На саммите будет обсуждаться вопрос конвертирования биткоина в главные мировые валюты – фунт стерлингов и доллар. Глава Банка Англии Марк Карни говорит, что несмотря на то, что криптовалютные транзакции могут использоваться для отмывания денег, необходимо поддерживать инвесторов на рынке цифровых валют, а также внедрять государственную программу легализации и идентификации участников крипторынка.